Всем подписчикам привет! Был вопрос задан насчет подшивки потолка дешевым укрывным материалом. Вот я вам показываю сейчас состояние этой подшивки белой, которая стоит 3 копейки. И немножечко расскажу. Это после второй зимы. То есть идет уже две зимы эта подшивка. Цвет она не потеряла. И она является утеплителем достаточно неплохим, вид у нее приличный. А сейчас покажу вам температуры на потолке. Значит, минус 4 показывает температура, в гараже 4, минус 4 и 3. Минус 4,3. И показываю, за счет чего идет подогрев. У меня хранилище в яме. Там как раз у меня сорбционный подогреватель воздуха на сорбентах. Засыпан в нем уже примерно месяц. Засыпан силикагель, пропитанный хмористым кальцием. Сейчас я температуры покажу вам. Открываем яму. Там работает у меня подогреватель. Температура в яме плюс, вот она, видите, ее плюс 4,7. И на выходе из подогревателя, вот она температура, 8,9. 8,9, то есть на 3 градуса он поднимает, а температуру держит там вот плюс 5, то есть хорошая оптимальная температура. Вот так вот работает подогреватель. Видите температуру, да? Выход на него. Он подогревает. Вот этот самый сорбционный подогреватель. Мощность потребления всего 15 ватт на прокачку вентилятора. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.